Приветствую вас в этом видео, на связи Вячеслав Опилкин, и сегодня я хочу вам показать очень интересный способ привлечения подписчиков. Итак, давайте приступим. Для этого нам потребуется один очень интересный сервис, называется он BotSap. Скорее всего, это даже программа, которую нужно установить себе на компьютер и после этого запустить ее. Итак, давайте проделаем это по шагам, то есть нажимайте на кнопку «Скачать бесплатно». Здесь вводите свой email, нажимаете «Я не робот» и регистрируетесь в свой аккаунт. После этого вам придет письмо на почту, вы его подтверждаете и получается ваш аккаунт будет зарегистрирован. У меня уже есть аккаунт в этой программе, я могу в него войти и после этого мне предлагается скачать вот эту программу. То есть нажимаем «Сохранить», после этого программа скачалась. Нажимаем на сам ее ярлык. У нас появляется такое окно. Нажимаем «Я принимаю». Соглашаемся. Так, у меня уже была установлена. Нажимаем «Да». Нажимаем «Установить». Все, идет установка программы. Дождем несколько секунд. Все, нажимаем «Завершить». Все, после этого у вас автоматически она загружается и появляется вот такое вот окно уже именно меню самой программы. Итак, первым, что нам нужно сделать, это зайти в раздел из группы на встречу. И здесь нам нужно будет в первую очередь настроить наши аккаунты. То есть нажимаем, если у вас здесь пока ничего не будет, нажимаем плюсик. Здесь нужно будет ввести логин и пароль. Но советую вам использовать какие-то купленные аккаунты, чтобы это был не ваш основной аккаунт. И в случае блокировки его, вы после этого никаких, то есть последствий не понесли. То есть сюда вводите логин, пароль и нажимаете «Добавить». У меня уже здесь есть аккаунт. Ну, если у вас нет аккаунтов, можем перейти вот по этой ссылочке и приобрести аккаунты ВКонтакте. То есть они там стоят сущие копейки. Все, после этого, как мы добавили свой аккаунт, нам нужно будет сделать одну важную вещь. Для того, чтобы нам это настроить, у нас должна быть своя группа ВКонтакте и должно быть мероприятие, на которое мы будем приглашать людей из нашей группы. Итак, давайте посмотрим. Вот у меня есть такая вот группа «Полезные бесплатные инфопродукты». Вот, из этой группы я могу пригласить всех своих участников на вот это вот мероприятие, которое я создал отдельно. Это мероприятие я сделал специально для продвижения моего продукта «Арсенал онлайн бизнесмена». То есть всех людей из этой группы приглашаем на вот это мероприятие, в котором просто размещены посты и ссылочки уже на подписную страницу. Ну, здесь можно, в принципе, сделать ссылки, если есть контакты, то прямо уже на форму подписки, которая размещается в сервисе Gamayun, ну, либо Sendler. Все, в этом мероприятии ссылки ведут все на подписную страницу, либо на подписку именно вот этого продукта. Сделать такое мероприятие очень несложно. Заходите в свою группу, нажимаете «Мероприятие» и «Добавить события». То есть здесь вы прописываете название мероприятия, выбираете тематику. То есть здесь очень много всяких тематик. Подбираете, выбираете дату проведения этого мероприятия. Ну, советую брать недели две наперед, чтобы она у вас хорошо открутилась еще. И указывайте, кто будет организатором, то есть ставите уже именно свою группу, в которую вы привлекали подписчиков. Вот, и нажимаете «Создать сообщество». Здесь можно указать адрес, контактные данные. Все, после этого у вас будет создано мероприятие, которое вы можете потом также оформить, поставить посты. Можно поставить любые посты, здесь и партнерские какие-то продукты продвигать. То есть здесь уже от вашей фантазии все зависит.
Но в данном случае мы рассматриваем как раз продвижение вот этого продукта «Арсенал онлайн-бизнесмена». После того, как вы создадите такое мероприятие, вам необходимо будет зайти в программу WhatsApp. Вот, и здесь уже именно прописать вот эти все значения. Группа «Организатор», то есть здесь будет ваша группа, и приглашение на встречу, то есть именно вот эта вот ссылка на ваше окончание вот этой ссылки. Это будет именно вот ваше мероприятие. Чтобы узнать ссылку на свое сообщество, то есть это будет, например, вот такой вот номер вашего сообщества. То есть вы его сможете прописать вот здесь. На бесплатном тарифе эта программа может привлекать 50 человек в сутки на ваше мероприятие. Если, конечно, купить платный пакет, он стоит 350 рублей. То есть количество приглашаемых участников можно сделать 4500 человек. Но если в вашем сообществе еще в вашей группе мало подписчиков, то есть я думаю, на первое время 50 человек будет вполне достаточно. Как мы с вами говорили в прошлом видео, я вам показывал настройку программы BroBot. Вот эта программа как раз привлекает вам аудиторию в группу. А после этого вы эту аудиторию из группы привлекаете уже на какие-то свои мероприятия. То есть это могут быть какие-то партнерские программы, также продвигать. Ну, все что угодно, все что вы захочете. То есть либо свои какие-то продукты. После того, как мы все настроили, нажимаем кнопочку «Запланировать». И можем уже поставить, то есть когда это будет задача выполняться ежедневно, интервал повтора каждый день. Вот и, например, с сегодняшнего дня можете поставить дату, например, на какое-то вечернее, возможно, время. И поставить дату окончания, например, уже там на 2 недели. То есть вперед, ну, смотря какой размер вашей группы. Все, и нажимаете «Сохранить». После этого нажимаем кнопочку «Старт», и наша задача запущена. Все, здесь мы можем посмотреть из группы навстречу. Решена, и вот у нас задача идет в процессе, который мы именно сегодня запустили, 13 числа. Вообще у самой программы очень большой функционал. И здесь она может делать очень много разных действий для именно ВКонтакте. И в этом видео, конечно, я все их не смогу описать. Но если вы хотите ей пользоваться и разобраться, как она работает, можно зайти именно на сайт, где мы скачали эту программу. И здесь есть подробные видеоуроки, статьи, то есть как можно работать этой программы, то есть что, какие действия можно выполнять, и в принципе разобраться уже более досконально в работе этой программы. Но если вы хотите получить полностью готовую настроенную автоворонку, которую я назвал «Арсенал онлайн бизнесмена», ну и вы уже, наверное, посмотрели содержимое этого комплекта, получить все готовые материалы для создания вот подобных сообществ, то есть со всеми баннерами, со всеми вот этими шапками, ссылками, то есть подробными инструкциями, как все это сделать, нажимайте кнопку под этим видео, покупайте готовый комплект и начинайте настраивать и привлекать своих подписчиков. Ну и, конечно же, зарабатывать уже на всем готовом, без всяких технических заморочек и сложностей. С вами был Вячеслав Опилкин. Надеюсь, данная информация вам окажется полезной, вы ее примените и получите отличные результаты. Ну а я вас жду с нетерпением в моем новом продукте, чтобы мы вместе с вами настроили готовую автоворонку и получили очень хорошие результаты от ее продаж. Жмите на кнопку ниже, а я прощаюсь с вами. Пока-пока.